Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед вами монета 2 евро 2018 года, Италия. Монета посвящена 60-летию Министерства здравоохранения Италии. Такая вот замечательная монетка. Монета выпускалась на монетном дворе Рима. Дата выпуска ее 1 сентября 2018 года. Материал биметалл. Центр латунь. Кольцо медно-никелевый сплав. Вес монеты 8,5 грамма. Диаметр ее 25,75 миллиметра. Толщина монеты 2,2 миллиметра. Гурт рифленый с надписями 6 цифр 2 и 6 звезд, чередующихся. Тираж данной монеты 3 миллиона штук. Я приобрел ее за 190 рублей. Ну, теперь у меня есть такая замечательная монетка. Спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Оцените, пожалуйста, ролик лайком или дизлайком, кому как нравится. Всем пока!